Nosso Sigmundinho. Мы идем в марафоне, который нас соединяет с потоком. Учение, учение как такового и мудрость, которая называется изначальной. Мы используем в нашей медитации мантру Ом Намо Гурудев Намо Гурудев Намо Гурудева. Мы через эту мантру меняем частоту работы своего мозга и частоту своего приемника, своей коронной чакры. Наш учитель Хариджи, он постоянно говорит о том, что любая мантра, которую вы используете, должна состоять из ритма, энергии пупочного центра и вашей вовлеченности. То есть каждый раз мы концентрируемся на том, что мы произносим, и в некоторых медитациях мы концентрируемся на каких-то участках своего, ну, скажем, тела. Кончик носа, подбородок, третий глаз, макушка. Иногда встречается концентрация на пупке. То есть это предельный такой зрительный взгляд внутрь себя. И все создано для того, чтобы наш ум зафиксировался. В данной медитации мы также используем концентрацию на кончик носа. Для того, чтобы создать фиксацию нашего мыслительного потока и через мантру поменять частоту своего приемника. По теории йоги мы своей сахасрарой принимаем на каждое моргание 1000 мыслей. Этот поток мы даже не пытаемся осмыслить, это просто какие-то мелькания. И это можно слышать как, допустим, шум, да? И из этого шума у нас что-то может быть переработано как чувство, как эмоция и в результате как действие. Очень мало что у нас перерабатывается в это, и поэтому большая часть у нас уходит в подсознание. Не лучше ли нам свое подсознание наполнить чем-то высокоэнергетичным, чем различным хламом? Для этого и существуют медитации. И та медитация, которую мы используем на этом марафоне, мудрости гуру, она настраивает нас на поток учителей, на ту мудрость, которая была и которая даже будет. По-моему, это шикарнейший подарок. Мы начнем с того, что, опять же, подготовим свое тонкое тело и сияющее тело к тому, чтобы еще эффективнее произносить и вибрировать на этой частоте. Те, кто уже делал, знают. Руки выстраиваем ладонью наверх. Привет, привет. Вытянули руки вниз. И со вдохом руки наверх. Левая ладонь над правой. С выдохом опускаем вниз. Дышим через круглый рот. Старайтесь не выходить на нос. Бывает, что привычка срабатывает и выталкивает вас на дыхание носом, но вам нужно перейти только на дыхание ртом. Слегка напряженные губы. Вдох мысленно хар, выдох мысленно хар. Постарайтесь почувствовать пространство, которое вы вокруг себя создаете. Движение рук – это не просто движение рук. Это действительно заряд. Заряд энергии, который вы создаете и уплотняете вокруг себя. Исходное положение. И поехали.
Вдох. Переплели все пальцы, вывели ладони наверх. Тянемся наверх. И начинаем прогибы от поясницы. Выдох. Снова вдох. Вытянулись, растягиваемся. Прогибы. Выдох. Еще раз вдох. Тянемся. И выдох. Снова вдох. И расцепили замок. С выдохом медленно опускаем. Сложите ладони на коленях. Сгиан мудрый. Указательные большие пальцы соединены. Расслабьте плечи, расслабьте руки. Почувствуйте свое сияние, почувствуйте пространство внутри и снаружи. Почувствуйте, как вы вибрируете, какое ваше дыхание, какое воздействие сейчас на позвоночник. Какая макушка, как она вибрирует, вращается. И свободный вдох. И легкий выдох. Дальше. Как самочувствие? Если головокружения нет, ваше состояние чистое, сияющее. Идем дальше. Выстраиваем положение тела. Соединили ладони с гьян-мудрой. Сделали из них чашу. Хорошо. Расслабились в этом положении. Глаза приоткрыты. Смотрим на кончик носа. Фиксируем свой ум. И помним, что мы повторяем от 3 до 5 раз на одном выдохе. В идеале. Хорошо. Обратная связь. Хорошо. Почувствуйте сейчас, что ваши руки, ваше тело уже заряжены, уже вибрируют. Ваша макушка уже готова принимать новую частоту. И мы сейчас создадим фильтр для всего учения, для чистого учения. Помню, что ОНГ, звук ОНГ, вы стараетесь направлять в центр головы. Мы активируем свою шишковидную железу, которая нас соединяет с бесконечным. Мы можем творить чудеса, и мы сейчас пробуждаем свою способность к этому. Ом намо Гурудеву, намо Гурудеву, намо Гурудева. 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 Ом намо Гурудеву, намо Гурудеву, намо Гурудева.
Om namo
Гурудев, Намо Гурудев, Намо Гурудева. Ом Намо 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 Гурудев, Намо Ом Намо Гурудев, Намо Гурудев, Намо Гурудева. 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 Свободный вдох. На выдохе складываем ладони либо на сердечный центр, либо на колени. Просто уходим в ощущения.
И свободный вдох. Выдох. Что-то новое добавилось в ощущениях. Что-то такое неуловимое. Ну, не знаю, как у вас, а у меня появилась потребность увеличить продолжительность медитации, но мы будем делать в марафоне все-таки 11 минут. Если у вас тоже появилось такое же желание увеличить по длительности эту медитацию, вы можете сами попробовать, попрактиковать и потом поделиться с ощущениями. Я тоже это сделаю. Даже попробую. Космос. Хорошо. Если будет желание, поделитесь, какие ощущения у вас, что у вас происходит, какие изменения. Сердечки я вижу. Это говорит о том, что у вас какое-то вау пробудилось. Это хорошо. До следующих практик. Хорошего вам времени. И до встречи либо виртуально, либо в реале. До свидания. Хороших практик. Одна.